Добрый день. Дополнительный обзор на iPhone XS. Подробнее о камере фронтальной. Фронтальная камера мутноватая. То есть попала пыль сюда. Возможно, при замене батареи сюда попала пыль. Поэтому она немножко размывает картинку. Так-то она работает, все хорошо. Пройдемся по остальным. Еще раз, задняя крышка бита, есть скол. Также отсутствует трутон, Face ID. Звук отлично. Батарея не показывает, поскольку была менена. И какое-то вот черное пятнышко. Сверху тоже одно. Маленькая, незаметная, на работоспособность она никак не влияет. То есть все реагирует, все хорошо. Ты не поверишь, я приехал плакаться. Че? Ты просто рыбал, блядь. Так, задняя камера в отличном состоянии. Главное, сейчас мне интересно, 25-го, я думаю, 26-го. Там ИРК. Основные устройства. Энка, Ростест. Видим то, что была замена Face ID и аккумулятора. Точнее, была замена аккумулятора, но Face ID автоматом слетает. Это настраивается за отдельные доп. Платы. Видимо, человек просто не заплатил, но ему, соответственно, не настроили Face ID, поскольку меняли батарею. Вот, емкость памяти 256. Телефон в полном рабочем состоянии. Указанные дефекты на работоспособность не влияют. Сим-карты, внутренний динамик, внешний динамик. Все отлично работает. В iCloud заходили, как бы все хорошо. Телефон сбрасывали, чтобы он не становился на блокировку. Все отлично проходит. Никаких недочетов по телефону больше нет. Скрытых дефектов также нету. Зарядное устройство все работает отлично. Клавиши без нареканий, не залипают. Телефон без коробки.